Серебряная метель. В Воронеже состоялся первый рождественский фестиваль детских театральных коллективов воскресных школ метрополии. Галоконцерт форума посетил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Как успехи, Кай? Готовы ли словом? Чем занят был в отсутствии меня? На главной сцене развлекательно-досугового центра «Северный» встретились юные актеры из воскресных школ метрополии. Лучшие постановки были отобраны экспертным советом на основе видеозаписей. И вот свой талант на сцене показали более 60 учащихся. На фестивале выступил и порадовал всех гостей рождественскими колядками детский фольклорный ансамбль «Матаня» школы искусств номер 6. А дипломы лауреатов получили 4 воскресные школы Воронежской епархии. Мы порой живем и не замечаем, какие мы можем творить чудеса. И то, что мы сегодня увидели, это самое настоящее чудо. Рождественское чудо, которое сопряжено с большим трудом. Трудом воспитателей воскресных школ, но и прежде всего трудом самих ребят. Дети, принявшие участие в галоконцерте, получили от архипастыря рождественские подарки, наборы сладостей и общий подарок для чаепития – огромный пряник весом 15 килограммов.